Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео «Дневник день за днем». Прикиньте, день сегодня 17 декабря 2014 года, среда, на улице плюс 3, ветра нет, туман, время 18:15, опаздываю на 5 минут. Печально. Идем работать, трудиться. Да, вперед. Не поверите, время уже. Уже начался другой день. Другие сутки начались. Время сейчас 2 часа 15 минут 18 декабря. Да, часики спешат на 3 минуты. Только-только пришел домой опять. Блин, надо попить чай хотя бы и съесть свой ужин. Так, чай я уже навел, осталось лимончик. Да, лимончик, точно. Опа, лимончик. Так, сейчас мы в чаек добавим лимончик. Ну, чтобы все было четко, да? Ну и расскажу, как там день сегодняшний прошел. Вообще он прошел, видите, как это? Мгновенно, буквально. Дым! И все. И день прошел. Только вроде утро было. Среда. И на тебе. Уже четверг начался. Тут не зря говорят, да? Среда пришла, неделя прошла. Так оно и есть. Так, вот. Чай готов, получается. Последний штришок был это лимончик. Чтобы был немножко кисленькой. Так, чаек. Сегодня в качестве штатива у нас будет выступать Дюшес. Дюшес. Ой, аккуратно, не падай. Блин, а крышка-то неудобная, выпуклая. Да, Дюшес не будет выступать. Будет выступать, как обычно, Слобода. Масло. Моя походная сумочка. Опа. Так. Чаек. Чаек. В половине третьего ночи. Так, ну. Приступим же к трапезе. У нас, соответственно. Что это такое? Макмирор. Итак, работал я сегодня весь день в офисе. Никуда не ездил. Только в офисе. Ровно в 6 часов я подорвался с офиса. В 6.15. Ой, кому я рассказываю? В 6.15 я подорвался с офиса, с банка и поехал на процедуры. У меня осталось там буквально считанные дни, когда... Считанные дни остались до завершения моих этих уколов, короче. По-моему, до 19 числа у меня будет укол, еще 18-е, 19-е, да, меня в задницу повкалывают. Поукалывают, короче, эти уколы, и все, будет четко, да. Основное лечение закончится, потом будет побочное лечение. Вот, а потом поехал в центр, там мы пересеклись с пацанчиками, единомышленниками, и занимались организационными вопросами. Так, это уже есть, это есть, вот этого нету, да. Что самое интересное, сел я, значит, на последний поезд на Алексеевской, кстати, кто не знает, последний поезд на Алексеевской бывает в 1:16. Сел и поехал, соответственно, на Беляева. Тяжело, пошли колеса. Чуть не поперхнулся. Так, теперь очередь у нас паст. Итак, сел, короче, я в 1:16 на последний поезд, который шел до Новоясеневска. И воткнул наушники, короче, и еду. Не парюсь.
где-то на проспекте Мира, там знаете как было, представили вагон себе, да, он там из четырех секций состоит, значит у нас угловая, центральная и еще угловая. Я сел, короче, получается, на центральной, которая рядышком с угловой, на краешек, где-то на проспекте Мира, на моей же секции, напротив, по отдаленности села девушка, одна, на второй центральной, значит, с той стороны сидят мужики рабочие, с этой стороны тоже где-то на проспекте Мира или где-то в центре села парочка. По-моему, со Средней Азии, что-то такое, да, там это не русские. Девушка и пацанчик в белой куртке. Сидят, ну, сели парочка, нормально разговаривают. И где-то вдалеке, в самом дальнем углу, тоже где-то в центре, сел такой поздоровый пацанчик в наушниках, сидит. Ну, нормально, едем, короче. Я музыку слушаю, так нет-нет, на девушку обращаю внимание, даже пару раз пересеклись с ней взглядами. Что не надо, мне нужна ложка маленькая. Пересеклись взглядами пару раз, и все, в принципе, да? Слово «в принципе» опять у меня. Это. Ничего существенного, короче, это. Она слушала музыку, я тоже слушал музыку, ну и ладно. Едем. Я так иногда на каждой станции открываю глаза и смотрю, что происходит вокруг, ну, дабы не проспать. Музыка-то у меня играет. И тут. Где-то, наверное, на академичке. Или на профсоюзке, короче, смотрю, что-то этот паренек, который сидит вот на второй полуэтой, как-то начинает что-то как-то себя так нервно вести, и девушка его типа успокаивает, его девушка успокаивает его. Ну, нервно ведет, ничего страшного, думаю. Фу, блядь. Ладно, тут, значит, начинается у нас, подъезжаем мы к этой Калужке. Подъезжаем к Калужке, и тот парень с девушкой начинают выходить. Двери открываются, она его вытаскивает прямо, он берет там, то ли несколько раз плюнул на пол, в вагон. При выходе, блин, тут пацанчик, который сидел вдалеке, да, здоровенький такой, в наушниках, он ему что-то там через наушники сказал, типа, еще раз плюнешь, блядь, типа, по ебалу получишь. Тот вышел, двери закрылись, блядь. И тут я вижу, что-то они там в фойе, короче, тут девушка начинает его тормозить, этого парня белого. Он начинает к вагону подбегать, что-то. И тут раз этот пацанчик, который вдалеке здоровый, ну что-то подрывается к двери и начинает по двери, короче, ну, ладонью бить. Типа, что ты хочешь там, давай. Не разбил стекло. Этот пацанчик, который вышел из фойе с девушкой, блин, в белой куртке, с разбега выносит кулаком стекло в двери, прям бах, блин, пух, стекло рассыпалось, короче. И сходу, блин, откуда у него взялся этот, не знаю, этот какого, баллончик, перцовый или какой-то, и сходу прям в глаза этому здоровому пацанчику, который в вагоне, блин. Тут подрывается еще какой-то пацанчик непонятный, блин, что-то пытается, и облако от этого перцового этого на другого пацанчика перехиляется, блин. Фух, двери заблокировались, этот пацанчик, который здоровый, блин, которому струя в глаза попала, все, короче. Ух, сел. По ходу зрения потерял, блин. Другой пацанчик, который к нему подбежал, на которого облако накинулось, да? Что-то у него там, походу, с легкими стало, блин. Мы, короче, кто там сидел, работники, это, начали чуть назад отдаляться, чтобы на нас это облако перцово не попало. Вообще в шоке, блин. Тот раз, где-то минут через две, наверное, сообщили, что поезд, последний поезд, короче. Высаживаемся все. Все вышли, нас там было, на самом деле, во всем поезде человек, наверное, 10. Которые там не доехали, как я, до Беляева, там, до Ясенева не доехали. Ну, вообще, Кропаль не доехали, да? Все таки что случилось? Там милиция нарисовалась, короче, успокоили, блин, вывели там все, блин. В общем, все живы-здоровы, там обычный перцовый пластырь этот, или как, перцовка это обычная, да? Ну, жестко, короче. В общем, в шоке, блин. Тут девушка эта выскочила тоже, блин. Ну, на самом деле, прикольно, такая девчонка улыбаться начала, блин. Пацанчики повыходили, там обсудили всю эту тему. Вообще, мозговыносящую, блин. Я прям в шоке, на самом деле, с девушки с этой, блин. В 2 часа ночи одна ехала через всю Москву, блин. Такие придурки бывают, да? Фу. Ну и все, потом этот поезд уехал, который, на самом деле, был последний, да? И... После этого приехал еще один поезд, который уже пустой полностью был. Ну, там, видимо, поговорили, чтобы нас довезли.
между машинистами. Ну, мы сели нормально, доехали до Беляева. Тут девушка это вышла, еще один пацанчик вышел. С девушкой мы разминулись в разные выходы. Она наушники воткнула сразу, не настроена была на контакт. А с пацанчиком мы дошли до самого Беляева, нам тоже какие-то истории там рассказал, как ему один раз там перцовкой в глаз попали, что он там попали ему ночью, он там до следующего дня, до 2 часов ночи не видел ничего, короче. В общем, он знаком, что это за спрей и все остальное. Ну, пообщались с ним, короче. Я пошел домой. И вот теперь я здесь, короче. Ну, жесть. У меня на самом деле первый раз такое, что это... Было все тихо, спокойно, тут бах-бах-бах, такие, знаешь, как в боевике, прям такие разборки жестокие. О, это рот дверь намного лучше и интереснее. Вот. С ужином закончили. Ну и на этом все. Это главные события дня сегодняшнего. А, еще у меня там, блин, на пальто пуговицу сегодня оторвало в метро, представляете? У меня всего, ну, на пальто там 1, 2, 3, 4 пуговицы. И самую нижнюю, блин, сегодня, когда проходишь турникет, блин, каким-то образом зацепился там за что-то, блин, и пфф. Я сначала не заметил, уже когда приехал на Павелецкую, смотрю, блин, нет. И вот, получается, весь день проходил на 3 пуговицах. У меня вот это все место было открытое. Приходилось рукой придерживать что-то. Нет. И сейчас надо... И сейчас надо, короче, это... Короче, это что за... Что с лексиконом? Я вообще не знаю. Но, благо, у меня в кармане еще с прошлого года лежит запасная пуговица. И она там лежит, прикинь, целый год пролежала. Вот у меня сейчас еще время есть. Полчасика. Чтобы эту пуговицу пришить. Почему надо сейчас ее пришить? Потому что я сегодня в 6, ну уже сегодня, да, получается, 18 числа в 6 часов стартую в Калугу. По работе, за мной водила заедет сюда, прям уже на Миклуха Маклая. И мы рванем с ним в Калугу на мониторинг транспортных средств. Вот. Все равно не высплюсь, ехать без пуговицы не вариант. И так проходил сегодня весь день без пуговицы. Так что надо будет сейчас ее пришить. Ужас. Ну ничего, в машине высплюсь. Меня это радует, короче. На самом деле, ну... И все. Так день сегодняшний прошел. Так что на этом все. Всем пока. Всем удачи. Всем спасибо за внимание. Arrivederci. Так, всем привет. Сегодня у нас было 17 декабря 2012 года. Понедельник. Всем привет. Меня зовут Ярмоленко Игорь. Вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 17 декабря 2013 года.